представляю вам Александра Кашина из города Батайска. Он не всегда был батайский, его родина Кострома, но появился от Батайска с двумя кораблями. Об одном из них он вам сейчас расскажет. Здравствуйте, уважаемые. Да, впервые присутствую на соревнованиях подобного ранга на Кубке университетов. Я дебютант. Привез две модели. Это Брик Меркурий, которую я построил в 1992 году. Это моя первая модель, которая была построена уже по чертежам. Замечательно, чертежи. Ну и вторая модель. Это модель Паралова. Экспедиции судов Колумба «Минья», строились из дуба. Процесс постройки занял почти 2 года. Модель ходовая, держится на воде. Можно сказать, что даже ходит при попутном ветре. Выставка на меня произвела очень хорошее впечатление. Атмосфера очень доброжелательная. Есть возможность пообщаться с мастерами, с настоящими мастерами своего дела, которые бескорыстно делятся секретами своего мастерства. Очень много полезного можно почерпнуть именно непосредственно общение с ними. Поэтому приезжайте сюда, выбирайте свой, стройте модели, удачи.